Силы больше!
В мире осталось так мало неожиданностей. Разве это не печально? Что до меня, хватит с меня неожиданностей. У тебя странный голос. Что не так? Возьми это. Пустота покоя? Зачем? Ты сомневаешься в моем даре? Я сомневаюсь в твоих намерениях. Зачем повелитель пустот продолжает вооружать одного из всадников? С какой целью? Иди своим путем. Со временем, возможно, ты найдешь свою истину. Это было бы и впрямь приятной неожиданностью. Ну а пока будешь дарить мне новые игрушки? Всадник, когда мы встретимся вновь, выживет лишь один из нас. Загадочно. Едва ли. Помогаешь, а затем угрожаешь? Прочь. Это что-то новенькое. Отлично! Ты выглядишь смущенно, не скажи. Этот повелитель пустот меня беспокоит. Можно и так сказать. Выживет только один? Думаешь, он помогал нам, чтобы сейчас предать? Понятия не имею. У бессмертных всегда такие запутанные взаимоотношения. За ними не уследить. Здорово помогаешь. Возможно, повелитель пустот пытается тобой манипулировать, вывести из себя. Или он совсем сошел с ума, как и весь этот вонючий мир. Он ведь неважно выглядел, да? Да, это точно. Ладно, хватит. Пора сосредоточиться на нашем задании. Как скажешь, госпожа. Thank you.
Я знала, что ты холодна, но хождение по воде — отличный фокус. Себя чувствуешь, госпожа? Нужно многое обдумать.
Мне стольким пришлось пожертвовать по пути, что теперь я ощущаю потерю. Но вдобавок я изменилась. Как изменилась? Я не знаю. Тебе нужно от скром... Это позабавит, как хочешь. Ставь их кричать, всадник. Thank you.
Приветствую. Это как хочет. Пожалуйста, не спеши. Ты победила множество грехов. Давно не виделись, всадник. Ярость, позволь мне улучшить ту безделицу, что я дал тебе. Собралась хорошенько их помучить, да? Вот уж не думал, что это одно из лучших. Вот уж не думал, что это... О-о! Что... Вот уж не думал, что это... Вот уж не думал, что это... О-о! Что за... Это одно из лучших. Вот уж не думал, что это возможно. Но теперь ты еще опаснее. Любопытно. Счастливо. И береги себя.
Продолжай добычу, глупец! Yeah!
Привет. Это как хоть. Thank you.
Умоляю, спаси меня!
сказал, что он там. Это твой друг? Сомневаюсь. Это риторический вопрос. Я знаю, что у тебя нет друзей. Зато у тебя есть враги. Не думаю, что он целится в меня, госпожа.
кстати, это... Поза... Как Ярость, это не просто ураган! Беги! О, да ладно, я... Ты не сможешь одолеть бурю! Убегай! Thank you.
Даже если мы остановим семерых, мир будет разрушен. Ради чего? Наступит расплата. Я только не уверена, откуда она придет. Существо иногда чувствует себя потерянным. Такова жизнь. Это новое твое самосознание. Значит, я ни в чем не могу быть уверена, ты об этом? Я лишь имею в виду вот что. Совет выбрал тебя для этого задания. Тебя и только тебя. Они сделали это не просто так. Они верят так же, как ты, что ты обладаешь большей силой, чем даже сама считаешь.
Привет. Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Пока. Прощаюсь.
Невзирая на все свои достижения, человечество проиграло в конце света. Теперь всю их цивилизацию пожирают демоны. Они и впрямь были жалкой расой. Но в их памятниках есть оттенок разума. Неужели люди тебе полюбились, госпожа? Едва ли. Я соболезную их гордыне. Они полагали, что сумеют управлять судьбами мира. Но все же эти башни впечатляюще амбициозны. Они будто стремятся к небесам в поисках смысла бытия. Какая ирония, что их поглотил ад. Именно.
Постой. Я... Ты ведь начинаешь их ощущать, да?
чувствуешь волны силы, что исходят оттуда? Нет, но чувствую не мою стихию. Тем не менее, я бы посоветовала обойти его стороной. Почему? Буду откровенна, то, что бурлит там, не входит в твое задание. Любопытно.